Сегодня мы будем готовить майонез из настоящего масла. Запаситесь самым кислым лимоном и горчицей. Еще вам понадобится соль и сахар. И, конечно, не забудьте взять яички. Не пугайтесь, с вашими яйцами будет все в порядке, если вы постелите под них шелуху от лука. Самый главный момент – взвесить правильно соль и сахар. Для этого вам понадобится безменный пакетик и помощник. Мало. Давай еще. Мало все-таки, мало. Еще. Ну куда так сыпать-то, а? Насыпь все в банку. Аккуратно сыпь соль. Достаточно. Сок или жизнь? Бей по яйцам! И, конечно же, горчица! Налей 250 миллилитров масла! Хватит! Теперь понадобится блендер! Опустите блендер в самый низ! Включи блендер и медленно поднимай его наверх! Полезный майонез готов! Тебе полезно! Плагиат ТВ в комментах под нас рик!